Ну? Но погода прекрасная, правда? Тепло еще. Я хочу, чтобы так всю зиму было. Почему нельзя? Будем газ меньше платить, и что? Тепло, не холодно. Я не люблю, когда скользко. Просто когда-то сломала ногу, вы же знаете, дважды. Да. Ну, когда-то давно, это еще мне где-то, сейчас скажу, сколько лет было. 8 лет назад я сломала, то у меня был такой сложный перелом, где делали операции. Вот. А в Ереване 2 года назад, получается. По ступенькам подымалась и опять подвихнула, и все. Поэтому мне страшно, что скользко, там неровно. Какой-то вот панический страх есть. Из-за этого не любите зима. Да. Не, я люблю зиму, но только когда вот дома тепло, там, ну какой-то вот дома сидеть, никуда не выходить. И все. В окошко смотреть. Смотреть в окно, как падает снег. Да. Пить чай. Как ваши внучата? Вчера поговорили с ними. О, этот маленький, ой. Покой не дает дочери. Да. Я приду. Говори, да? Да, оттуда короче. Асмик, я приду. Асмик, это бабушка? Да. Уже зима, а на листьях еще деревья. Господи, мои мысли, мои скакуны. На деревьях есть листья. Совсем наоборот сказала. Ну ничего. Ну, еще и зелень есть, да? Трава. Скоро Новый год. Перед Новый год еще выборы. А, еще выборы были, да? 9-го. И это переживем. Куда делится? Ну.
сегодня у нас будет экскурсия или нет. Ну, в тот раз мы ехали, было много памятников. Да. А там центр был, а здесь... Ну да. Край. Угу. Край света здесь. Край света, это точно. Я не люблю Volkswagen, я люблю BMW. Поэтому нам не интересно, мы стремимся. У меня мечта, мое BMW. BMW? Да. Будет мечта? Да, будет. Если очень сильно захотеть, все будет. Будет, да. Просто хочется всегда не очень хорошее. Вам какие машины нравятся? Toyota Corolla. Corolla, да. Мне тоже Toyota нравится. Ну, если как девочка, я бы себе купила Toyota Solara. Знаете Solara? Не? Да? Она похожа на Camry, что-то Corolla там. Они все похожи. Но она двухдверная. Но все равно не. Я бы себе купила... Если так губу раскатать, то BMW X6 и еще тюнингованный, чтобы был M-ка, наверное. Это с джипа. Так, потом легковушку взяла бы BMW E60. Да, ну это... Да. Пятерка. Нет, нет, BMW. Я не люблю Mercedes. Кто любит BMW, Mercedes не любит. BMW. Да, и все. Если машина, значит BMW. Да. Нет, ну еще есть, которые мне нравятся. Еще мне нравятся Range Rover. Кстати, недавно с мамой смотрели мне очень прикольный такой кроссовер, мини-джипчик от Citroën, называется Кактус. Да, от Citroën. Такой симпатичный, небольшого размера, ну как для женщин, можно так сказать, такой. Городской. Да, да. Такой интересный, там яркие цвета есть, такие вот лимонные, красивые. Так, уже скоро Далма будет? А? Далма будет скоро? Да. Скоро Далма. Угу. Сейчас будет торговый центр. Там всего сколько классного есть. Были бы бабосики. Ну, из торговых центров, что есть в Ереване, мне этот больше всего нравится. Ну, тут бы квартирку, да? Мне нравится этот дом. Стадион раз, да?
стадион раздан, да? Я повторяю. В 73-м году здесь был чемпион. Чемпион чего был? Чемпион Советского Союза. Ого! И кубок. И кубок. Но вы любитель спорта. А? Вы любитель спорта. Да. Вы же спортсмен? Был. А теперь спицмен. Спицмен. Прикольно. Это точно. А ваша жена кем работала? Сначала главный бухгалтер был. Ого. А потом был, как называется? Экономист? Нет? Экономист. Сейчас. Да ладно. Вспомните, когда-то скажете. Три района в Ереване. Да. Был финансовый контроль. Ага. Заместитель этого. Районного, да, вот финансирование. Района. Угу. Все бюджетные деньги через него ходили. Она подпись поставила, а эти получили деньги. Без его подписи деньги не получили. Угу. Молодец. 35 лет работал. Ух ты, ничего себе. Солнце. Улица как? Царя. Это? Да. Это Маштута, центральная улица. Ага. Раньше был именно Ленина, проспект Ленина. А теперь Ленина выкинула, осталось Маштута. Правильно. Маштута. Кому нужен Ленин? Ну. Ленин наш враг был. Самый первый враг у нас. Армян, это был Ленин. А у Ленина, его в Саратоге все были армяне. Армяне помогали ему. Он это не ценил. Вот Степан Шаумян, который я показывали в том году. Да. Как уважал Ленин его. Первый мандат дал Шаумяна Ленин. Симон Терпедросян Камо. Его тоже мандат дал. Там еще Гай. Гай Гришкенс. Герой войны этот. Национальной войны там, когда воевали красные и белые. А он, Гай, освободил Самара. Самару, да? Да, Самару. А Ленин родился там. А, Ленин в Самаре, да? Да, в Самаре родился. И телеграмму дал. Когда Ленин был ранен, Гай взял Самару и отдал телеграмму Ленину, товарищ Ленин. Самара – это для лечения вашей боли, ранее первый, а второй будет Ульяновск. И Ульяновск тоже взял. Откуда вы все это знаете? Историю знаю. Весь историю, мировую историю знаю. Молодцом.
Хотя вы вообще спортсмен, работали строителем, да? Yes. А по образованию кто? Педагог. Да вы что? Я закончил институт физической культуры, педагогический. А, тогда все ясно. Я там изучал научный коммунизм, и биология, и химия, и физиологию, и гигиену. Ничего себе. Вам нравилось, наверное, учиться, да? Да, я отлично учился. В школе не так, но институт очень отлично я закончил. Так, это Брисов. А здесь Джазово. А это улица Туманян. Так. А это... Где Джазово? Сейчас вот тут мне где-то я и выйду.